Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала. Снова с вами ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость на юге. Друзья, сегодня я нахожусь в Тимошевске, в городе, где для вас буду показывать вот, вот это домовладение. Там три изолированные спальни. Прихожая, кухня, гостиная. Также есть э, зона, где можно сделать друзья баню. Также есть зона, где можно поставить свою плетеную э, мебель, и вы будете наслаждаться своим чаепитием, либо читанием книг. Кстати, почитать книжки можно. Вот там есть балкон э, со спальней, которую можно э, обязательно это все организовать. Самое главное, что... Во-первых, хочу поблагодарить собственника, который нас разрешил, впустил и показал вот это домовладение. Именно вот для вас дом, скажу честно, заходи, живи. Ниже в описании обязательно будут указаны все контакты. Если вдруг вас этот дом заинтересовал, дом очень интересный, если вы хотите его посмотреть и в будущем его рассмотрите для покупки, ниже в описании будут указаны все контакты. Звоните, пишите и с удовольствием мы покажем, организуем показ этого домовладения. Теперь смотрите, друзья, перед тем, как я буду показывать вам этот дом, не забываем, что у нас есть Инстаграм. Ссылочка обязательно ниже в описании будет. Переходите, подписывайтесь, смотрите для вас очень много интересного будет там, потому что мы для вас показываем короткие ролики, короткие обзоры. Также выставляем объекты недвижимости по фотографиям, которые мы не успеваем для вас показывать именно на YouTube. Также для вас очень много будет сюрпризов. Сюрпризов в каком плане? То, что мы сейчас для вас будем делать еще больше обзоров именно на этом канале, на канале под названием Николай Сомсиков. Сейчас мы а, с нашими коллегами, это Рубен, это Ваня, это Денис, это Александр, и также у нас Дмитрий, который для вас делает обзоры, и мы для вас будем еще больше показывать интересных домовладений, которые продаются не только в Краснодарском крае, также продаются недвижимость, которые в Ставропольском крае, и для вас также мы будем скоро уже показывать дома, которые продаются в Ростовской области. Теперь смотрите, друзья, сейчас хочу прочитать для вас вот это объявление. Мне объявление очень понравилось, как собственник написал. Смотрите, читаю дословно, что тут написано. Продаю свое детище, строили с любовью и для себя, вкладывая всю душу и старания. Общая площадь 150 квадратных метров, желая 100 квадратных метров. Первый этаж, холл с выходом на террасу во двор, кухня, гараж с выходом из дома, санузел. Второй этаж, три комнаты, из одной выход на балкон, который я вам там говорил. Во всем доме современный ремонт из качественных материалов. Поддерживаю керамогранит, плитка, ламинат, обои, сантехника и оборудование, кабельное ТВ, интернет во всем Wi-Fi. Вся придавая территория в тротуарной плитке. Во дворе дома терраса с навесом. Зона барбекю. Дополнительная страна для летней кухни, сауны и хозблоком. Летний душ. Одним словом, все для комфортной и добротной жизни. Очень много зелени, фруктовые деревья, Есть достаточно свободной земли для насаждения. В принципе, да. Равнодушным не останетесь. Друзья, на самом деле, я очень рад, что на самом деле, вот этот дом а, меня порадовал. То, что вот сюда можно реально зайти и жить. Самое главное, чуть не забыл, вы меня сейчас будете 100% ругать. Николай, а сколько до моря вы доедете? 180 километров до Новороссийска. Мы не забываем, что у нас есть также Анапа, Адлер, Туапсе, Джубга и другие пляжи. Понятно, что там немножко будет подальше, но чтобы вы понимали, до Новороссийска 180 километров. Также до города Краснодара тут есть очень такая шикарная трасса, где вы проедете 75 километров. Сам город практически Скажу так, он как бы с одной стороны на краю находится, да, вот э, самого города. Тут, а, вот, знаете, скажу, когда мы будем вот сейчас делать с вами обзор, вокруг дома такие вот в этой стилистике. В принципе, дома и не сильно старые, конечно, и не сильно новые, но что хорошо, асфальтированная дорога, перед э, дома можно спокойно поставить автомобиль. Также есть такой двор, в принципе, хороший. Также вот тут есть, мы видим, э, такая немаленькая территория. В принципе, все, что необходимо, друзья, есть. Давайте мы вместе с вами позовем это домовладением и обязательно в конце обзора напишем ваше мнение касается этого домовладения, потому что я о, читаю ваши комментарии и не только я читаю, а также наши собственники и в последнее время, знаете, когда вот мы приезжаем на вот эти объекты недвижимости, мы сначала собственнику скидываем ролики, показываем, как мы работаем и собственники понимают, что надо убраться, почистить, все сделать, чтобы для вас, вот как сейчас я покажу этот дом, что в принципе дом реально готов для проживания. Ну что, давайте вместе посмотрим этот дом. Сейчас давайте я вам покажу а, участок, территорию перед двором. Открываем с вами вот эту калитку. Кстати, хочу обратить внимание, обратите внимание, что у нас есть спортивная площадка для волейбола, футбола, баскетбола и других каких-то игр. Асфальтированная дорога. Также мы видим вот такую поляну. Напротив вас никто не живет. Вот помните, я как сказала, что все вокруг дома вот такой стилистики и разворачиваем камеру и смотрим как у нас выглядит домик с этой стороны кстати обратите внимание что дом полностью кирпичный облицован кирпичом короче несущие стены полностью кирпич кровля металла черепица в принципе дом выглядит современно фасад друзья видно около 20 метров даже может быть чуть больше также вы видите перед двором есть береза также туя также можно какие-то цветы хотел сказать подарить посадить ну и как вот собственник сказал что есть тротуарная плитка. Это подтверждаем, не просто словами, друзья, мы визуально это все видим. И немножко вот зайдем с этой стороны, обратите внимание, то же самое мы видим насаждение. В принципе, летом, весной будет вообще хорошо. По поводу забора. А, забор чуть ниже мы видим кирпич, чуть выше мы видим, естественно, металл. Вот эти туи, они уже немножко прикрывают визуально, что находится, а, вернее, что происходит во дворе. Ну, а здесь вот мы видим вот такие ворота. Что касается ворот, мои хорошие, я я сейчас открою калитку ворота автоматически подъехали нажали на кнопку ворота распашны они открылись и спокойно вы можете загнать автомобиль либо вот в этот гараж, который вы сейчас видите, он под один, один автомобиль. Или можно во дворе просто поставить вот этот автомобиль. Что касается вообще а, самого дома. Мне что понравилось а, дом, сам визуально, а, мы, я, знаете, иногда такое люблю говорить, неправильной формы, интересной формы. Вот, ну, например, вы жили некоторые мои подписчики, которые пишут, Николай, мы хотим, чтобы дом был современный. В принципе, друзья, это дом современный. Вот, допустим, мы видим балкон, да, там я это реально могу посчитать как хозяйская спальня с выходом на балкон. Но если вы хотите сделать, чтобы она была э, детская, можно это все без всяких проблем сделать. Газ, свет, все это подключено. Кстати, ворота именно в гараж тоже самое автоматически. Обратите внимание, что э, двор в тротуарной плитке, в принципе, все нормально, абсолютно. но ну, осталось там, может быть, где-то что-то убрать, где-то что-то подмести, и будет все нормально. Что касается этой территории, здесь посадки мы видим также вот розы, также мы видим в будущем можно посадить какие-то дополнительные цветы, но также есть вот эти э, елки, туи и так далее. И плюс, друзья, есть деревья. Обратите внимание, вот у нас вдоль вот этого забора по всей длине есть деревья. Вообще вот если брать, мы говорим, плодовые деревья, я их насчитал штук 10. Это не считает тех берез, которые я вам показывал на улице. Имейте в виду. Ну и смотрите, парадный вход в дом э, мы видим. Вот именно с этой стороны вы спокойно открыли калитку, поставили автомобиль, если захотите заехать во двор, и спокойно зайдете именно вот через вот эту дверь. Если вдруг вы напрямую заедете в гараж, именно с гаража, если даже ворота закроете, спокойно вы можете зайти в дом, потому что там есть вход именно через дом. Обязательно это все покажу. Теперь смотрите, по поводу фасада. Как я сказал, что дом полностью кирпичный, именно несущие стены. Ну и, конечно, сам дом облицован вот этим кирпичом. Плюс к тому же, к тому же вот эти элементы, это декоративная такая плитка. И цокольная часть тоже самое. Кстати, я очень так рад, что дом не высокий, ну не высокий Всего лишь тут две ступени и все. В принципе, это мне приятно. И обратите внимание, с этой стороны тоже самое есть насаждение. Туи, плюс какое-то дерево. Немножко люди его порезали. Я честно, я, вернее, я так понимаю, что это не фруктовое какое-то дерево. Но посадки, конечно, тут можно организовать еще больше, если необходимо. Плюс, вот знаете, друзья, вот обратите внимание, светильники вот здесь потом дальше, потом с той стороны. И по вот этой э, стороне, практически по всей длине, есть светильники и вот где насаждение то же самое. К чему хочу сказать, что вы потом спокойно ночью включите, это все будет видно светиться. Когда мы приехали смотреть, нам собственник включил, они в принципе практически все работают. Ну, может быть, где-то, может быть, лампочку поменять. Теперь давайте зайдем с этой стороны. Вот если мы видим вот эту сторону, видно забор, высотой где-то метр семьдесят вот до вот этой части дальше видите сетка рабится. и обратите внимание что тут то же самое есть элементы декоративно именно декоративной плитки кстати чуть чуть дальше мы видим газ именно газовый счетчик и по всей длине обратите внимание то же самое тут мы видим тротуарную плитку цоколь то же самое отделан вот этой плиткой ну тарелка спутниковая, мы видим с вами кондиционер. В принципе, все, что надо, чтобы было тепло, холодно, вне прохладно или смотрели телевизор, все тут, конечно, предусмотрено. От забора до дома мы видим чуть больше 10 метров. В принципе, очень приятно. Приятно то, что напротив вас никто не живет. Приятно то, что есть детская площадка, что внуки, дети будут наслаждаться. А, кстати, также у нас есть люди, которые увлекаются спортом. Пожалуйста, у вас есть тут такая зона, где вы это все можете наслаждаться. А с этой стороны просто сетка рабится. И одно окно выходит именно со стороны соседа. И все. Теперь пойдемте с вами дальше. Как я сказал, что тут есть деревья, которые у нас, вот смотрите, допустим, вот это яблоня, это черешня, это абрикоса, дальше я вижу черешня, потом яблоня, груша, также... У нас есть инжир, малина, смородина и так далее. Немножко разворачиваем камеру и мы видим визуально, как выглядит у нас с этой стороны дом. А здесь, друзья, он тоже смотрится очень интересно. Обратите внимание, кровля неправильной формы, как я его называю. Вот эту трубу, которую вы видите, это газовый котел. И, кстати, вот эту дверь, которую вы видите, это выход через гараж в котельную, а через котельную вы можете выйти на улицу. В котельный доступ есть и с улицы, и также с дома. Ну и, конечно, же конечно зона где вы естественно будете отдыхать наслаждаться читать книги друзьями что-то делать играть выпивать и праздновать дни рождения и так далее это вот такая территория вот эту дверь которую вы видите это выход именно с гостиной обязательно я все это визуально вам покажу Полностью вот эта территория отделана именно плиткой. Также немножко отойду и покажу, что проход можно вот ступень с этой стороны. И также, естественно, с этой стороны то же самое у нас есть. Что касается навеса. Навес не маленький, видно такой хороший, добротный. Основа металлическая. Понятно, что у нас полупрозрачный навес. Это он одновременно будет попадать в свет и одновременно будет... Вам давать тень это поликарбонат. Обратите внимание также, что мы видим полностью тротуарная плитка с этой стороны, также вот эти светильники, которые я вам говорил. И вот тут мы видим территория вот за вот этим забором именно соседи. Но с одной стороны она как бы прозрачна, но имейте в виду, если вы видите, тут посажен у нас виноградник весной, летом, тут практически вы не будете видеть, что у нас происходит именно на той стороне. Максимум это только будете слышать и все. Теперь смотрите, здесь мы видим газ газовый счетчик, который я вам говорил, газ, естественно, подключено. Мы немножко еще раз вот так посмотрим и убедимся, что здесь плитка все хорошо, навес не маленький, большой по территории. И, конечно же, да, сейчас немножко вы не оцените а, ту красоту, которая будет весной и летом, потому что вы, если видите, что здесь, вот, допустим, как я сказал, вдоль вот этого забора деревья, плюс еще вот в эту сторону, и также тут у нас немало растений, которые на сегодняшний день, они уже как бы входят в спячку, как мы это называем. По поводу самого участка, именно посадки для клубники, для огурцов, для помидор, вдруг для зелени, тут, друзья, вполне будет достаточно. Можете либо вот с этой стороны, где я сейчас я стою, можете посадить, либо вот немножко дальше. И там есть у нас тоже такой проход в тротуарной плитке. Как и собственник написал, как и я говорю, что куда бы вы ни пошли, где бы вы ни ходили, также можете, кстати, спокойно автомобиль поставить сюда, если необходимо. Почему вот эти вещи я иногда говорю, вроде бы сейчас мои подписчики некоторые скажут, Николай, ну Конечно, ты молодец, что ты все советуешь, но это ни к чему, люди без тебя это все знают и видят. Но знаете, я скажу, вот, например, когда у вас один автомобиль, вопросов нет, но когда у вас два, три или к вам будут родственники приезжать, иногда вот на этой территории они не могут поместиться, то имейте в виду, что у нас есть заезд именно с этой стороны и вы спокойно можете поставить автомобиль. И как вот, допустим, я такой, что тоже люблю квадроциклы, джипинг и так далее, то для меня надо много пространства. И еще момент такой, хочу сказать, вот здесь, а, вот касается именно вот этого участка, вот тут 8 соток, мы с собственником разговаривали, все по документам сейчас проверим и выясним. Вот знаете, тут вот ничего лишнего. И есть территория, где будет двор, и также есть территория, где посад... посажен сад, и территория, где вы будете какие-то посадки делать ну не скажу так ну скажу так ничего лишнего тут нету абсолютно теперь смотрите видите вон то здание это здание тоже кирпично облицон кирпичом мы видим э, справа и э, слева такое на вес чтобы будем так говорить ни дождь ни снег не попадал на вас и это зона в будущем отдыха это территория будущего как под баню и вот тут такая мангальная зона здесь она в принципе можно уже шашлык шулюм все что угодно делать и также обратите внимание все утро плитка и выход именно воды здесь центральный водопровод. Кстати, касается Септика, касается септика, пока вот не забыл, мои подписчики иногда меня ругают, учитывая, что я сейчас снимаю вот такие домовладения, чуть подороже, но это не означает, что мы не занимаемся дешевым жильем, имейте в виду, что мои коллеги сейчас тоже для вас будут показывать недорогое жилье, учитывайте, то просто некоторые думают, что вот я показываю сейчас дома за 15-20 миллионов, и типа у нас нету дешевого жилья, не переживайте, есть. По поводу септика, септик находится как как хозяин показал Николай, вот здесь. Это на две камеры, имейте в виду. Все, кольца, бетон. Все сверху, люк, если надо, как он говорит, раскопаете и выкачи Как дом в 2015 году построили, цепник ни разу не выкачивали. По поводу центрального водопровода, он располагается, заходит в дом, вот через вот это место будем так говорить, там люк, там фильтр, и там э, счетчик показания. Открыли люк, показания сняли и заплатили. И вот имейте в виду. Теперь будем сейчас дальше вам с вами изучать именно ту сторону, которая где зона отдыха. Мы ее назовем. Как я сказал, что здесь 8 соток и ничего лишнего нету, я имею в виду все, в принципе, на своем месте. Понятно, что есть люди, которые немножко что-то бы добавили, убрали и так далее. Конечно, это все напишите в ваших, ну, именно когда вы посмотрите все ваше мнение, напишите. Теперь смотрите. Здесь, как я сказал, все в тротуарной плитке. Мы увидели, где будет, будете делать шашлык. Как, обратите внимание, вот про вот этот навес. Вот, допустим, здесь навес шириной видно плюс-минус 2 метра, здесь немножко поменьше. Но это вполне достаточно для того, чтобы спокойно заниматься своими делами, также с этой стороны. И, и немножко вот так хочу вам показать вот этот проход. Он визуально разделяет две зоны. С левой стороны мы видим одну территорию участка, справа мы видим немножко другую. И вот я вижу шпалера чуть дальше под виноградник. Это газовая труба. Дальше вот эти деревья, которые вы видите чуть дальше, это уже соседние. Здесь мы видим яблоня. Вот это инжир, который я вам говорил. Три куста. Вот тут видно немножко молодой посаженный. И вот немножко дальше также мы видим с вами другие плодовые деревья. А так вокруг мы видим сетка рабица. Кстати, радует, что вокруг, вот, вот мы куда бы сейчас не повернули, все соседи, у них вот эти все плодовые деревья. Летом вообще будет классно. И давайте немножко вот так отойду, покажу, как выглядит с этой стороны. А, именно вот дом по поводу кровли по поводу водосливной системы по поводу снегодержателей, тут все абсолютно есть также вот мы видим окно а, вот выше отсюда видно что очень хорошо там также отделан а, декоративные плитки визуально смотрится неплохо и давайте немножко сюда пройдем и посмотрим с вами о кстати вот тут милые дамы если что будете белье вешать вот отлично тоже это, это тоже немаловажно для моих некоторых подписчиков они обращают внимание. Водосливная система, кстати, тут есть. Вот я даже сейчас покажу. Она начинается оттуда, но туда она не спускается. Именно на участок она с уклоном идет в эту сторону и выходит сюда. И потом вот видно желоб, и он немножко дальше отводит. Вот эта территория, видно, забетонирована. Плюс здесь уличный туалет и душевая, ну это тоже немаловажно, такой закуток для того, чтобы вы э, туда складировали, вот именно здесь что-то нужно, не нужно, а потом когда-то пригодится. Ну и давайте мы посмотрим вот эту эти территории. Во-первых, первая дверь, которую мы видим, мы назовем, как знаете, как кладовка, под, э, будем говорить полки, тяпки, лопаты, все, что есть связано с огородом, с участком, есть территория, где это все можно хранить. И как вот собственник написал, что есть э, э, комнаты, которые в будущем приспособлены для бани. Да, баня сейчас в данный момент, она, э, естественно, не сделана, но она тут приспособлена. Смотрите, заходим мы в первое помещение. Это мы назовем предбанник. Тут видно где-то квадратов чуть больше 11 квадратных метров. Визуально мы видим все чистенько, аккуратненько. Ну, просто заштукатурено, зашпаклевано и все. Окно мы видим с правой стороны на открывание. Замечательно. И смотрите, на полу мы видим с вами плитка. Дальше, вот здесь, друзья, есть разводка. Обратите внимание, вот видите, под теплые полы и под котел. Вот тут можете спокойно повесить электрический котел. Если вдруг вы решите поставить газовый котел, имейте в виду, вон она газовая труба, она проходит мимо вот этого строения, можете газовый котел. Но я лично тут не вижу, что смысла ставить газовый котел. Объясню почему. Электрический котел поставили, не напрягайтесь. Вы когда, допустим, будете купаться, включили там за час, за два, и будет вам этого вполне достаточно, помещение небольшое. Радиатор, друзья, естественно, стоит. Пожалуйста, есть. Я к чему хочу сказать, вся разводка касается отопления, это все есть. Ну и давайте вот так немножко мы сейчас все это посмотрим. Ну понятно, что вот эти мебель, это у нас мебель, которая стояла именно по тем навесам. Вот, друзья, и сейчас открываем вот это помещение. Это уже будущая баня. А, есть дверь еще с этой стороны. А, тут есть разводка вон под горячую холодную воду. Кстати, вот вижу, что строение кирпичное. Он кирпич видно. Здесь под канализацию горячую холодную все это воду выведено. На полу тоже сама плитка. А, вот тут хвост выведен под электрически более друзья и осталось вот здесь перегородку сделать и у вас чуть дальше будет парилка имейте ввиду потолок полностью с полошником обшить деревом проводка все это проведено для парилки вполне будет достаточно хотите отсюда можете заходить хотите с того помещения как уже будет желание смотрите уже будете принимать решение но Зона для бани, абсолютно парилки, все это есть. И также, обратите внимание, то же самое здесь мы видим радиатор. Здесь мы все посмотрели, изучили по поводу воды. Здесь вода проведена холодная, имейте в виду заход. По поводу канализации, сам септик именно под вот это строение, оно находится вот под вот этим бетоном. Вообще, на самом деле, вот где туалет, вот видите, душевая, короче, душевая, туалет вот, и все, что с бани вашей будущей, вот именно сюда будет уходить. Септик тут отдельно для вот этого помещения. Чтобы туда не тянуть, септик тут отдельно. Все тут понятно, теперь давайте мы сейчас двигаемся уже к дому и посмотрим по изучам. А знаете, на самом деле, давайте все-таки я зайду вот через вот эту дверь, а потом уже мы зайдем в дом. Я хочу показать все-таки вам гараж, а потом, ну, котельную, гараж, опа, стопы тогда мы давайте, закрыта дверь, извините, тогда мы сейчас давайте оттуда зайдем. Хотел сумничать, не получилось. Ну, здесь все понятно. А, еще, знаете, хочу заострить внимание по поводу перед двором. Обратите внимание, вот хозяин поставил машину, и тут еще смело можно поставить автомобиль. Если вдруг очень много людей будут приезжать к вам, допустим, либо вы, ну, я имею в виду временно, либо вы загнали автомобиль во двор, либо можно поставить, вот как я в свой автомобиль поставил, чуть дальше. Вот имейте в виду. Ну и давайте вот мы сейчас зайдем в дом. Перед тем, как зайти в дом, я хочу показать, что мы видим ступени в такой плитке. Все аккуратненько, ничего делать не надо. А дверь, друзья, алюминиевая. Дверь алюминиевая. Здесь мы видим светильники. В принципе, такая некая прихожка. Ступеньки только в эту сторону. Ну и давайте зайдем посмотрим. Забегаем с вами уже в дом. Друзья, это небольшая прихожая, но вещи вешать я сразу заранее хочу вам показать. Вот он есть, вот такой шкаф купе. Естественно, никто его разбирать не будет. Вы зашли в прихожую, поставили свои, свою обувь вот в эту обувницу. Вот, друзья. Но, а потом, а потом вы можете либо зайти сразу с вот такую прекрасную, гостиную с выходом на террасу. Я вот так хочу немножко вам заранее показать, как это выглядит. Плюс есть лестница, которая ведет на второй этаж. И также, друзья, есть э, такая кухня столовая, светлая, чистая, уютная. Ну и на самом деле она даже современная. Кто бы что ни говорил, мне она очень понравилась. Обратите внимание. Ну это, видите, телевизор, но тут немножко все попозже, все вам подробно покажу. Давайте мы начнем с прихожей. Смотрите, вот эта дверь, как я сказал, она алюминиевая. Здесь вставки такие, стекла, чтобы было такое легкое освещение. Высота потолков, вот если мы стоим тут, видно где-то 2,60. Натяжной потолок, светильники, мы все это видим. Дверь, которую вы видите, она ведет в гараж и э, в котельную, обязательно тоже покажу. Такая неприметная обувница плюс дверь. Все в хорошем состоянии. А вот с этой стороны, мои хорошие, обратите внимание, декоративная плитка. Тоже такую некую свою изюминку дает. Ну, а касается пола, пол, конечно же, теплый. И пол тут все в плитке. Давайте покажу вам гараж. Как у нас на Кубани, на юге, в основном гаражом не пользуются, я имею в виду по назначению. У меня тоже есть гараж и автомобиль там не стоит практически. Мы видим с вами вот такой гараж. Он гараж под легковой автомобиль. Вы спокойно его можете загнать, поставить, заглушить, зайти вот в эту дверь или потом выйти. Сесть в автомобиль, завести машину, ну и понятно. Когда вот этих полок ничего не будет. Смотрите, Обратите внимание, ворота, которые я говорил, они на автомате. Вы нажали пульт управления, они поднялись, закрылись все. Когда вот вы уберете вот этот, ну, хозяин уберет холодильник, все этого понятно, ничего не будет. И у вас такая территория хорошая, именно, чтобы поставить автомобиль, можно было спокойно открыть двери. И обратите внимание, пол тут в э, плитке, кстати, он тут теплый или нет? Да не, он вроде не теплый тут. Но тут я смотрю, радиаторов, друзья, тут нету. Но учитывая на улице минус 2, минус 3 сегодня, тут тепло. В принципе, для гаража нормально. Тут даже вот мы видим распределительный щиток, как я его называю. Вот тут на каждая комната, я смотрю, все это расписано. И вот эта дверь, которую вы видите, она ведет в котельную. Как я сказал, что можно зайти в котельную, либо с улицы, такиска сидеть тут надо тебе быть. Либо с улицы можно зайти, либо через гараж. Мы видим в этой части висит двухконтурный газовый котел, который отапливает первый этаж и второй этаж. Вот я чуть ниже вижу разводка теплых полов. На полу мы видим все в плитке. Что касается окно, конечно же есть и оно на открывание. Чуть ниже мы видим с вами радиатор. Ну а по поводу стен, друзья, штукатурка, шпаклевка, потолок я вижу гипсокартон. Осталось тут только просто покрасить. Да и в принципе все. Для котельной вполне будет достаточно. Он киска ходит. Теперь давайте мы сейчас с вами уже побежим уже в дом. Будем его изучать, потому что дом мне очень понравился. Как я сказал, там есть гостиная, кухня и три изолированные спальни. Двери все одинаковые. Вот такие, в принципе, видно, что не поцарапанные. Как я сказал, тут вы, когда в прихожей, допустим, в эту обувницу поставили свои, свою обувь, а тут вы уже в шкаф-купе будете вешать вещи. Дальше, на полу, в первом этаже везде теплые полы. Мы видим, что в гостиной, что вот как бы в холле это ламинат. Кстати, неплохой ламинат, хорошего качества. Вот как я сказал, дверь одинаковая. И вот смотрите, первая дверь, которую мы сейчас с вами зайдем открываем и мы видим с вами унитаз стиральная машинка ну и конечно раковина давайте откроем напор напор хороший что касается отделки на полу плитка теплые полы поднимаем чуть выше камеру и мы видим что все все стены от пола до потолка именно в плитке чуть дальше вот видите это вытяжка Окно мы видим, естественно, на открывание. Здесь немножко такой выступ из-за того, что у нас парящий, как говорится, практически унитаз, и тут такая своеобразная полка автоматически получилась. Ну и, конечно, радиатор. Все это есть. В принципе, если вам, допустим, постирать вещи надо, она, в принципе, стиральная машинка отдельно находится и от кухни, и от санузла, который, кстати, на втором этаже. Тоже самое есть. Ну и, конечно, самое главное, самое главное, что у нас э, присутствует тут такая кухня столовая практически современная. Давайте я вот так дверь закрою, чтобы у нас в полном масштабе понимать, как выглядит вот эта комната. Хочу сказать, что э, здесь отделка э, такая сделана все в практически светлых тонах. Кухонный гарнитур, э, верхняя часть видно светлая, чуть ниже такого, знаете, коричневатого цвета, как бы под дерево сделан, смотрится очень интересно. Ну, по поводу кухонного гарнитура, давайте хочу сказать и заострить внимание. Ну, давайте вот по порядку. Здесь мы видим с вами раковина. Будете мыть посуду. Также мы видим газовую плиту, где кушать будете готовить. Чуть ниже мы видим духовой шкаф. Здесь понятно, что зона готовки. Если вдруг чисто так легкая кофе, что-то у нас такая мини-барная стойка, мы ее называем, также обратите внимание, тут есть вот такие светильники. Плюс мы видим светильники над кухонным гарнитуром. И также светильник мы видим именно где а, обеденный стол. Что касается обеденного стола, всю мебель, которую вы видите, она остается. Обеденный стол видно, что раздвигается. На данный момент 4 человека смело помещается. Но здесь, я думаю, человек 6-8 можно разместить. Чуть выше мы видим с вами кондиционер, ну и, конечно, что касается холодильника, телевизора и микроволновки, они расположились немножко в другом углу. Допустим, вы можете спокойно обедать за этим столом и будете видеть вот этот телевизор, какие-то сериалы. И также, милые дамы, когда вы будете кушать, готовить за этим кухонным гарнитуром, можно все смотреть вот этот телевизор. Холодильник помещается тут огромный. Также мы видим здесь еще дополнительные пеналы, вот где у нас сейчас мы видим микроволновую печь. Пенал выше, пенал чуть-чуть выше, я имею в виду печь, и чуть-чуть ниже. Что касается полов, полы полностью в плитке. Немножко тут вот, он вот, разделение, допустим, здесь вот один цвет. Допустим, вот, как знаете, как дорожка сделана. Ну, плитка такая хорошая, достойная, вся целая. Ничего отбитого нету. Дверь тоже хорошая. А вот эта сторона поклеенные обои видно. Вот я вот специально сейчас покажу, как это все выглядит, чтобы вы просто оценили, посмотрели занавески. Вообще смотрится очень интересно. Ну и, конечно, натяжной потолок. Что касается фартука, это вот такой фартук. Выглядит. У нас что, тут стекло? Да, друзья, это стекло. Ну и, конечно, окно. Ниже окна естественно радиатор, окно большое, светлое и на открывание. Откосы, друзья, все целенько, плесени ничего нету, заштукатурено, зашпаклевано, ну и конечно покрашено. Вид, друзья, именно вот когда зелень цветы будет расти, в принципе вот эти занавески раздвинуть и вы будете видеть вот эту красоту. Я думаю, вы подтверждаете, что кухня, столовая такая достойная и интересная, она не сильно большая, но и скажу, она не маленькая. Теплые полы, конечно, тут есть именно под вот этой плиткой. Теперь будем дальше смотреть другие комнаты, именно первого этажа. Кстати, вот знаете, мои подписчики, вот сейчас некоторые скажут, кому нужен двухэтажный дом, да, он ну, для семьи там из двух-трех человек, но он вроде бы двухэтажный дом, но он не сильно большой и он компактный. Что касается гостиной, что мне нравится, это вот такой большой диван. Обратите внимание, он угловой. Он, как мне хозяин сказал, остается. Его никто убирать отсюда не будет. Мы видим вот такую необычную люстру. Да, друзья, необычная люстра. Что касается натяжных потолок, мы, он есть тут. И вот где лестница. Обратите внимание, есть светильники. Можно вот эту люстру выключить, чтобы она вот тут у вас не горела, когда вы будете смотреть вот вот этот телевизор. Кстати где телевизор у нас, обратите внимание, такая зона с декоративной плитки. Плюс, плюс к тому же мы видим вот такой легкий свет. Вот лента натянута, светодиодная. Это получается, когда вы выключите вот эту люстру или вот эти светильники, у вас легкий-легкий свет будет попадать вот на вот этот телевизор. Вот так выглядит ламинат. Он полностью одинаковый абсолютно, где холл, ну и, конечно, где... Э вот именно вот эта гостиная. Что касается террасы, как я сказал, тут есть вот эта терраса. С выходом на террасу вы спокойно можете открыть. У вас будет попадать свежий воздух. И также можете поставить вот мебель, которую я вам говорил, вы можете ее купить. Тут можно огромный какой-то стол поставить и хоть свадьбу практически тут делать. Ну, свадьбу из 20 человек, не более того. Кстати, дверь такая хорошая, массивная, видно, что не из дешевых, будем так говорить. Ну и касается, это первый этаж, но лестница. Вот мы сейчас на второй этаж пойдем и увидим с вами три изолированные комнаты касается обоев, Обратите внимание, здесь у нас обои вот такого цвета, именно вот где зона лестница, а уже дальше уже таких светлых тонов. Гостиная хорошая, ничего лишнего и детишки, и ребятишки, и вы в том числе тут просто можно много человек все разместить именно тут. Ну и давайте мы сейчас пойдем с вами вот по вот этой лестнице. Лестница, мы, я ее как называю каркасная все, в принципе, по уму сделано. Каждая ступенька, обратите внимание, она освещается. Можете включить, можете выключить, как вам удобно. И поднимаемся сюда. Пока я тут, я увидел вот здесь кондиционер. Имейте в виду, прохлада, естественно, в гостиной у вас будет. Хочу вот так показать вам, чтобы вы видели, как это все выглядит. Кстати, вот я сейчас обратил внимание, потолок в двух уровнях. Вот здесь мы видим обшито гипсокартоном, там гипсокартоном и вот здесь у нас натяжный потолок. И вот такая лестница. Лестница удобная, друзья, удобная. Вот я поднимаюсь, скрипов никаких таких нету. И заходим сюда. Это холл второго этажа. Мы видим, у нас, как говорится, кровля неправильной формы. Здесь такой легкий выступ, но он абсолютно тут не мешает. Двери, как я сказал, обратите внимание, практически точно такие же, как на втором этаже. Ой, на первом этаже именно стилистика. Тут поклеены обои. Кстати, вот тут, вот именно в этой комнате, я чувствую прям отчетливо теплые полы. И смотрите, здесь у нас вот такие распашные двери. Это первая изолированная комната. Потом мы видим вторую изолированную комнату. Вот эта дверь, это санузел. А вот эта дверь... Хозяйская, можно ее назвать спальня. Давайте мы все по порядку с вами будем смотреть. Хочу начать именно с санузла. Давайте вот мы сделаем. Заходим в санузел. Обратите внимание, мы видим унитаз, душевую, раковину. Но если вы хотите ванну, она, конечно же, тут есть. Все чистенько, аккуратненько. Обратите внимание, какая плитка. Здесь, допустим, у нас один рисунок. Потом вот где зеркало и душевая немножко отличается. И немножко вот так отойду. Хочу показать полотенцесушитель и вот где у нас унитаз. Вот так это все выглядит. Пол тоже самое в плитке, ну и конечно же он естественно теплый. Что касается потолка, потолок натяжной, светильники все это есть и конечно же окно. Вот окно. Если вдруг инопланетяне, чтобы вас не видели, можно это все закрыть и вас никто не будет видеть. Ну я пример говорю, конечно, Ш шутить иногда надо. И конечно же дополнительный радиатор, если будет очень сильно холодно. Не забываем, что тут теплые полы есть. Ванна, друзья, санузел второго этажа вообще прекрасный. И душ, и ванна, унитаз, все это есть. Закрываем дверь. А теперь давайте мы будем вот сейчас вот смотреть с вами вот эту комнату. Почему хочу именно с нее? Потому что тут, друзья, есть балкон. Заходим. Эта комната, будем так говорить, либо может быть хозяйская быть, либо детская. Там уже смотрите, как вам будет удобно. Что касается полов, полы ламина, допустим, здесь цвет, обратите внимание, чуть-чуть светлее. Тут немножко темнее, тут уже теплых полов нету. Обратите внимание, допустим, вот чуть-чуть слева скос, тут посередине натяжной потолок, светильники, тут тоже скос. А вот где диван или будущая кровать, тут мы видим декоративная такая плитка. Правее уже такие обойки немножко другие. Кстати, освещение прямо на вот этот рисунок. Плюс к тому же тут свой такой шкаф-купе. Вот видите, посередине зеркала, которое вы видите, это э, вы будете вешать вещи глубиной 60 сантиметров. По бокам немножко двери отличаются. Это просто полки, имейте в виду, под книги, под чего-то, чего-то, чего-то. Все отделано нормально, ничего. Вот я здесь, друзья, кроме вот там некоторых лампочек поменять, и все, больше тут ничего не делать не надо. Теперь обратите внимание, мы видим э, выход на балкон, слева окно глухое, и мы видим радиатор, а вот справа окно то же самое с радиатором, но окно на открывание. Оно можно открыть вот так можно открыть вот так как вам будет удобно ну и касается балкона давайте мы сейчас откроем я вот так сейчас чуть-чуть занавески вот так ой господи неправильно сделал ну ничего страшного смотрите когда вышел на этот балкон я конечно вижу кровлю наших будущих соседей ваших но вот отсюда я вижу отчетливо купола именно церкви прям отчетливо и сам балкон у нас выглядит вот так. Все делано, перила, все в плитке, все красиво. И вот с этой стороны вы видите игровую площадку. Даже по сути, если ваши дети будут играть, вы спокойно можете выйти и вы будете видеть там, эй, Федька, там, Мишка, давай сюда, беги домой. Реально. Я думаю, тут вам все объяснил. Давайте так мы закроем, выйдем. И будем дальше с вами изучать домовладение. Я думаю, что вам этот дом нравится. Я уверен в этом. Если я ошибаюсь, конечно, все это напишите. И продолжим вот именно вот эту комнату изучать. Смотрите, какая светлая комната. Обратите внимание. Тут, вы знаете, некоторые люди, вот, которые будут приезжать э, смотреть вот этот дом, они, наверное, будут, особенно когда дети, будут так. Это моя комната или та моя комната, не знаю. Но здесь все аккуратненько, то же самое чисто. Помещается двухспальная кровать, люстра, светильники, зона, где будет телевизор. И обратите внимание, ламинат уже таких светлых тонов мы видим. Ну и, конечно, зона, где можно наводить красоту. Как мне хозяин сказал, мебель остается. Ну, давайте по порядочку. Во-первых, помещается двухспальная кровать. Чуть выше мы видим люстру. Здесь, учитывая, что у нас кровля такой сложной формы, здесь вот такой выступ. Поклеенные обои, натяжной потолок. Все, в принципе, смотрится неплохо. И видно, что ничего делать не надо. Я рад, я рад, что однотонные обои. Реально однотонного цвета, потому что ну, это универсальные обои. Дверь все это есть. Что касается окна, под окном, конечно же, радиатор, в доме очень тепло. Вот так у нас смотрится на улицу. И вот он радиатор, друзья. Вот он откос. И вот видно, что чистенько, аккуратненько. Плесени ничего нету такого. Комната довольно такая достойная, хорошая. Я думаю, без меня это видите. Телевизор можно повесить именно, друзья, вот именно на эту стенку. Вот именно сюда. Идем дальше. Будем сейчас смотреть с вами третью изолированную комнату. Давайте мы сейчас вот так откроем. Здесь уже видно такие двери. Вот можно, допустим, вот так сделать. И у вас будет всегда вот так закрыто и пользуется вот этой дверью. Допустим, вот видите, я вот ее закрыл, открыл. Либо можно вот так открыть. И она будет всегда открыта вот так. Это третья изолированная комната. Можно, можно ее использовать как гостиная, можно использовать как ее спальня. Смотрите сами как. Хотите? Во-первых, там висит кондиционер, мы видим. Чуть выше натяжной потолок, люстра. Здесь немножко выступ от кровли. Дальше помещается вот такой диван. Также на этом диване можно смотреть телевизор. Ламинат, друзья, обратите внимание, светлых тонов. Кстати, точно такой же, как вот вот в этом холле, чтобы вы просто понимали и знали. Дальше немножко вот так отойду. Хочу вам показать, что тут стоит такой шкаф зеркальный. Чуть выше вот такой незаметный люк. Это выход на чердак. Что касается окна, окно смотрит сюда. И это окно глухое. И, естественно, радиатор. Что касается второго окна, он уже смотрит на ваш участок. Сейчас я вам его покажу. И, конечно же, окно на открывание. Смотрите. Вот мы видим ваш участок. Понятно, что это навес. Но вот я визуально вижу прям участок, участок очертания отчетливого окно. Понятно, что на открывание и на проветривание. Откосы тоже чистые. И мы видим с вами вот такой радиатор. Вот так, мои хорошие, смотрите. Это третья изолированная комната, которая находится тут. Тут можно оставить, вот как сейчас... Можно его сделать как спальня. Смотрите сами. Если вам достаточно две спальни, которые я показал, допустим, с этой стороны, либо с этой стороны, то вполне этого достаточно. Ну что, мои хорошие, я надеюсь, что вы довольны вот этим прекрасным обзором. Мне дом очень понравился. Напоминаю, что дом находится именно в Тимошевске от прекрасного нашего Черного моря. Это 180 километров. Если вдруг интересно, до города Краснодара 75 километров. Я, конечно, еще раз хочу поблагодарить хозяина, собственника, что он позволил и разрешил показать именно этот дом для вас. Скажу еще вот по поводу объявления, я немножко такое замечание сделал собственнику, когда мы открыли это объявление, мы видим визуально, что домик интересный, но внутри фотографий вообще не было. Я задал вопрос, а почему вы не показали ваш дом именно внутри, говорит, Николай, ну, так посчитали нужным. Суть в том, что, понимаете, вот, когда вот вы собственники, у вас вот такой классный, замечательный дом, и вы хотите, чтобы э, на вас как бы обратили внимание, ну, конечно, я советую в первую очередь позвонить нам, где ниже в описании будет указан номер телефона. И мы, конечно, сделаем вот такой прекрасный обзор, который сейчас я вам показал. Ну и, конечно, уважаемые собственники, если у вас, вот еще раз повторяю, вот такой классный дом, то я советую максимально делать фотографии и показывать вот именно вашим будущим покупателям и клиентам. Хочу сказать, вот лично мое мнение касается этого дома. Если я не прав, то возьмите и напишите ваше мнение. Во-первых, Дом кирпичный, дом капитальный, дом заходи живи, ничего лишнего нету. Да, есть какие-то моменты, которые, возможно, вас не устроят, которые, возможно, вы по-другому сделали. Я читаю ваши комментарии, я помню, как вы писали, «Николай, были бы у меня такие деньги?» Я бы взял и построил дом и так далее. Друзья, конечно, вы молодцы, конечно, все отлично, замечательно и так далее, но вы должны понимать, вот, вот этот дом, который вот сейчас вот этих денег стоит, да, допустим, да, возможно, вы построите, возможно, вы можете уложиться вот в эту сумму, но вы должны понимать, что это время, это нервы и так далее я всегда люблю говорить, что мое дело показать, а ваше дело уже принимать решение, стоит, не стоит этот дом рассматривать. Личное мое мнение, этот дом стоит рассматривать. Конечно, для вас, друзья, еще раз подчеркиваю, мы также будем продолжать изучать это домовладение. Сейчас некоторые скажут мои подписчики, о, Николай, тебе собственник сейчас заплатил деньги для того, чтобы ты красиво это все говорил. Ну, я скажу честно, мы сейчас ведем переговоры, я не знаю, будем мы продавать через нашу компанию этот дом, не знаю, конечно бы хотелось, я скажу, да, мне хочется заняться продажей этого домовладения, потому что тут я больше вижу плюсов, чем минусов. Вот, например, какой плюс я тут вижу в этой комнате? Здесь, знаете, вот реально, друзья, все чистенько, уютненько. Вот сейчас меня любимая моя снимает, любимая, ну кухня же классная, правильно же? Классная. И, кстати, ты заметила, что тут никаких запахов лишних нету? Ну в каком плане? Когда в какой-то ты, ты дом заходишь, все равно чувствуется какой-то запах, а тут все хорошо. Гараж есть, котельная есть. Будущая баня есть, конечно, да, я помню, вы пишете, ну, Николай, за такие деньги он еще в придачу что-то должен добавить. Но знаете, скажу вам такую вещь, знаете, вот, конечно, мы с одной стороны ругаем продавцов, мы как бы покупатели, но с другой стороны вы же сами продаете недвижимость, свою где-то, неважно, там Ставропольский край, Краснодарский край, там Челябинск, и каждый по-своему оценивает, да, и допустим, вот если брать этот дом, да, человек как бы, он по-своему оценивает, по что он с вами руками этот строил дом, кстати, дом 2015 года, именно этот дом люди построили, Имена для себя. Ну, сейчас я представляю, люди себя будут писать там. Николай, почему он его продает? Почему люди убегают? Почему и так далее? Друзья, еще раз говорю, никто никуда не убегает, особенно с Краснодарского края. Да, допустим, у человека есть свои потребности, у каждого человека есть свои задачи. Кто-то сходится, кто-то расходится, кто-то не хочет жить в вот таком большом доме, хочет, например, продать и купить себе подешевле. Или наоборот, он, для него кажется это маленький домик, и он хочет побольше купить. Кстати, помните дом, который вы смотрели за 25 миллионов? Я помните, сказал, что я еще не знал причину продажи этого дома. Когда я снял обзор, я подошел, говорю, Юрий, скажи, пожалуйста, вообще, почему ты такой красавец продаешь? Оказывается, для него он оказался маленький. Вы представляете? И человек будет себе строить дом намного больше. Но ну, я думаю, кто не видел этот ролик, вернитесь чуть-чуть до этого ролика. Я буквально 2-3 обзора делал. Вы увидите. Кстати, я постараюсь даже прикрепить этот обзор, потому что дом вообще классный. Что еще хочу сказать? Допустим, перед двором мы видели территорию, что можно поставить э, автомобиль. Также мы увидели, что есть детская площадка. Еще, знаете, для меня такая некая изюминка, но опять же я про себя сейчас говорю, что с одной стороны это как бы двухэтажный такой полноценный дом практически, а с другой стороны он как бы компактный дом и ничего лишнего. Смотрите, вот вы первый этаж зашли, что вы видите? Прихожую. Туалет, о, вернее, туалет, котельную, мы видим столовую, гостиную и гараж и все. А на второй три изолированные спальни. Вот как бы это лично мое мнение. Что касается этого дома, я все рассказал свое мнение. Конечно, вы напишите ваше мнение. А теперь, уважаемые покупатели, хочу поговорить именно с вами. Я сейчас, вот перед тем, как ехал сюда, пока кушал, пока завтракал, я читал ваши комментарии предыдущих роликов, которые мои ребята делают и, конечно, свои. Что я читаю? Читаю некоторые комментарии, люди пишут, Николай, а что, за 2,5 миллиона мы уже перестали снимать дома? Николай, что ты перешел только на дорогие дома и так далее? Ну, друзья, вы немножко много чего не понимаете и не видите и не слышите. Во-первых, ниже в описании будет указан наш инстаграм ссылка, переходите, потому что для вас мы показываем там объекты недвижимости, которые также есть и подороже, есть также намного дешевле этого дома. Второе. У нас э, мы есть Авито магазин, где ссылку мы тоже прикрепим. Агентство недвижимости, титул, мы тоже показываем объекты недвижимости, которые также недорогие. Третье, у нас есть база объектов недвижимости, наш собственный сайт, где также ниже будет указана ссылка, где вы можете посмотреть, изучить недвижимость, которая именно продается там. И еще, знаете, вот у нас была недавно история такая, к нам обратилась девушка, она искала недвижимость в пределах, будем говорить, от 2 до 3 миллионов. Не буду сейчас говорить, как ее зовут, не буду говорить, откуда она приехала, чтобы они меня не ругали. Но я рассказываю, как произошла картина от и до. Смотрите, если, кстати, она сейчас меня слышит, смотрит этот ролик, если не трудно, напишите, я не прав, не прав. Ну, суть -то, Но она сказала, заядла наша подписчица. И рассказываю историю. К нам обращается девушка, она мне написала в WhatsApp и сказала, Николай, мы уже в Ейске живем два месяца, у нас между двух и трех миллионов, и мы ищем себе недвижимость, ну, желательно в той геолокации. Я, естественно, сказал, что если вы ищете вот ту геолокацию, если вы хотите дом там 100 квадратных метров, заходи, живи, практически ничего не делать, то вы там точно это не найдете. Вот, и она как бы подтверждает, потому что она два месяца ищет там, и тут же она просит, чтобы мы нашли там конкретно. Я говорю, это нереально. И мы тут же, я познакомил ее с моей помощницей, зовут Эльвира. Я говорю, давайте мы сделаем с вами так, давайте мы покажем вам, то, что сейчас наша компания предлагает и то, что вообще рынок недвижимости предлагает на сегодняшний день в Краснодарском крае. Но это не будет есть, сразу говорю. Я прекрасно понимаю, что многие люди хотят ближе к Азовскому морю, ближе к Черному морю, но, к сожалению, это невозможно купить за эту сумму. И что происходит? Наша помощница скидывает ссылки роликов, которые, будем так говорить, не были показаны на YouTube-канале, а у нас их очень много, друзья, объектов недвижимости. И она выбирает дом, ей очень понравился по обзору, как мы его делали, лично я делал его. И они поехали на этот дом, посмотрели, позвонили Эльвире и сказали, Эльвир, мы этот берем дом. Что вы понимали, человек купил дом от Ейска 350 километров, это Лабинский район. К чему я хочу вам сказать? Много людей, которые вот они еще не были в каких-то там ну, районах, городах, поселках. Я знаю прекрасно, что люди приезжие, они ищут недвижимость в приоритете. Это Краснодар, это Азовское море и Черное море. Да, да, друзья, это те люди, которые никогда не были в Обширонске, в Хадыжинске, там, допустим, Северский район, Курганинский район, Лабинский район. Друзья, если у вас сумма ограничена, то я рекомендую вам не привязываться там, где очень дорогая недвижимость. Я вам не советую э, недвижимость смотреть, которая по авито, которая по фейковым объявлениям. Там очень много объявлений, которые у вас вводят в заблуждение. И видите, наш подписчик, который жил два месяца в Ейске, когда она выбирала недвижимость, изучала до ее приезда, и она думала, что она купит себе недвижимость, а это оказалось совсем по-другому. Хочу именно призвать наших будущих покупателей, будущих клиентов, которые планируют переезд на юг, обращайтесь к нам. Ниже в описании и под каждым роликом указан и мой WhatsApp, и номера телефона наших помощников, где мы для вас с удовольствием до вашего приезда поедем и поизучаем недвижимость. Например... Вы сейчас продаете свою недвижимость. Вы прикрас, при, приблизительно понимаете, что вы будете планировать покупку недвижимости через 2, 3, возможно 4 месяца. И вы открываете много авитовских объявлений на ЦАНе, на каких-то других площадках. И вы бы хотели увидеть обзор этого домовладения. И вот мы для вас с удовольствием до вашего приезда поедем и поизучаем эти объекты недвижимости. Вот недавно была история у меня. К нам обратился Евгений, вы предыдущий ролик как-то видели. И он попросил, он продал свою недвижимость в Сочи и решил ближе к ну, городу Ставрополю искать себе недвижимость. И он скинул нам ссылки и попросил, чтобы мы поехали туда э, посмотреть дом. Знаете, скажу такую вещь. Перед тем, как я туда поехал, лично я поехал, он позвонил собственнику. По фотографии дом классный, по описанию то, что в объявлении дом классный. То, что собственник сказал, классно. Но когда приехал я, когда я просто походил к собственнику, я ничего лишнего вот так, чтобы от себя что-то сказал. Вот я иду с собственником, я смотрю, собственник показывает, какой подвал, какой сарай, какая кухня. И Евгений убедился, что этот дом даже близко не соответствует действительности то, что указано там и то, что это. Вот, например, пишет человек такой в объявлении, остается вся мебель. Мы пришли, Какая мебель? А мы по фото видели много мебели, а ее уже нету, половина мебели нету, и та мебель, которая осталась, друзья, ее надо на помойку выбросить. Будем так говорить. Дальше написано, что ремонт вообще не надо делать. Блин, ламинат менять надо, межкомнатные двери желательно поменять, обои поменять тоже надо. Да, в этот дом можно зайти жить какое-то время пожить, но обои надо менять. Дальше говорю собственнику, давайте покажите подвал. И мне человек, как бы я чувствую, что как бы пытается как-то в другую тему меня склонить, чтобы я ну, не показал, вот, чтобы я не посмотрел этот подвал. Но я говорю, давайте подвал. Я беру так, спускаюсь в подвал, и вот такая вот стоит столб воды. Друзья, и это, это не предел. Когда мне человек показал, что по ступени там вот ну, практически метр. Конечно же, Евгений понимает, что а дом подчеркиваю стоит 4 миллиона 290 тысяч его красная цена три с половиной миллиона и то из-за того что 30 километров до ставрополя и 30 километров то что до изобильного все в той локации дом дорого стоит естественно евгений увидел что происходит и это не его дом и мы сейчас продолжаем для него изучать другую недвижимость на сегодняшний день, друзья, вот мы сейчас где-то работаем, но ну у нас где-то вот 17-18 покупателей, которые вот на сегодняшний день, а у нас ноябрь, ноябрь, кому мы сейчас ищем недвижимость, друзья, и все эти люди, которые попытались сами искать, думали, что они найдут, но они очень, ну, как бы, немножко неправильная была стратегия. Во-первых, мы экономим время, деньги и даже нервы. Знаете, вот по поводу денег хочу сказать. Вы сейчас скажете, это же платно. Да, это платно. Но имейте в виду, во-первых, мы стараемся делать, чтобы собственник скидывал э, сумму. Но знаете, почему еще деньги мы экономим? Потому что вам не надо лишнее тратить куда-то время, куда-то поехать. Второе, вам не надо где нигде жить. Ну, например, вы же когда будете дома искать, вы же будете где-то что-то ну, надо где-то пожить, чтобы поизучать эти объекты недвижимости. А многие там мои подписчики, я же знаю, что я говорю, они же изучают недвижимость не только в Каниской, да, не только там в Брюховецком районе или не только в Лабинском районе. И, по, и понятно, что им приходится, например, неделю пожить в Конюском районе, неделю пожить в Курганинском районе, неделю пожить в Белореченском районе, чтобы самостоятельно поискать объекты недвижимости. Вот для этого, и мы, друзья, существуем, чтобы экономить ваше драгоценное время. Ниже в описании будет указан и мой WhatsApp. Пишите и присылайте голосовые сообщения и номера телефонов моих собственников. Друзья, огромное спасибо, что вы досмотрели именно вот обзор этого домовладения до конца. Огромное спасибо, что вы обязательно напишите ваше мнение касается этого домовладения. С вами был Николай Сомсиков. Всем пока-пока.